Всем привет, ребятушки! Новое видео на канале Gadget Money. Сегодня мне потребуется помощь именно от вас. Давайте начинать. Поехали! В общем и целом, вопрос, как всегда, банальный. Я уже записал кучу видосов на тему «Я купил это, я купил то». В очередной раз очередной смартфон мне перестал нравиться, и стоит выбор перед покупкой другого. Ну вот, прошло уже 3 дня, я бегаю в поисках своего нового очередного смартфона. Я бегал все скупки, я бегал все объявления у себя в городе по Авито. И пока достиг следующих результатов. Есть возможность взять несколько вариантов. Давайте посмотрим, что из этого актуально. Первый вариант. LG G6. Практически в идеальном состоянии. БУ рынок, полный комплект. Не знаю, на гарантии, не на гарантии. Стоимостью 14 тысяч рублей. Мне кажется, ну такое как бы интересно. Это по крайней мере лучше, чем какой-нибудь, простите господи, Redmi 5 Plus за те же деньги, как говорится, да? То есть это достаточно прошлогодний уже, позапрошлогодний флагман. Но, в общем, первый вариант — LG G6, бушка на вторичном рынке. Второй вариант — совсем новый Huawei P20 в разной расцветке, их всего два бывает, либо какой-то там голубой, ближе такого к синему, либо черный. В общем, по акции сейчас он стоит очень-очень выгодно. И эта акция была до 16 или до 14 июля включительно. То есть, может быть, успеете, если будете действовать согласно инструкции. Со всеми пирогами, со всеми промокодами в МВиде он будет стоить по итогу там порядка 28 тысяч. Налом заплатите 32 практически. Так он стоит 44, скидка до 39, но с помощью промокода, все дела. В общем, 32 налом, и потом бонусами вам вернется. В общем, итоговая стоимость 27 с копейками, 28 тысяч. Очень хороший вариант, почему бы не взять его. Третье. Я сейчас пользуюсь Honor 10. Мне очень нравится этот телефон, потому что он компактен, потому что он супер быстрый, потому что он хорошо выглядит и потому что он стоит всего 27 тысяч. Опять же, по акции, по купону он в итоге выйдет с подарком в том же видео порядка 24 700, и это очень круто как бы. Плюс вам будут бонусы дополнительные в виде там бонусов, опять же, на карту и так далее и тому подобное. И последний вариант — это Pixel 2. Не XL, обычный Pixel 2 в черном варианте, в черной расцветке, 64 памяти, бушный, но в идеальном состоянии, с полным комплектом, но для этого надо ехать в другой город, и стоить он будет 31 сам телефон, плюс дорога туда-сюда, в общем, порядка 33 тысяч рублей. Что делать, я не знаю. У меня есть буквально несколько часов для того, чтобы проконсультироваться с вами. Распространяйте этот видос для того, чтобы помочь. Следующее видео именно будет про это. Как раз таки сама покупка устройства, какое вместе выберем, какое вместе решим, тот, собственно, как бы я буду прислушиваться к вашему мнению, тот, собственно, и приобретем. Я считаю, что 4 достойных варианта в разную ценовую категорию. Я не рассматриваю ни новые Xiaomi, хотел взять Aquas S2, еще раз Aquas S3, как бы новый, но это все надо ждать с Китая, но пока это все дело дойдет, пройдет лето, и будет неинтересно снимать про это видео. Может быть, в ближайшем будущем как раз таки возможно будет это все дело сделать. Ну и для того, чтобы я понимал, что вы имеете в виду, и, во-первых, напишите комментарий, во-вторых, ссылочка будет на голосование в группе ВКонтакте, там очень просто, один клик пройти, один раз проголосовать, что вы считаете нужным, и, как говорится, вот такие вот дела. Ну и тем самым вам интереснее смотреть, я рассказываю свой экспириенс, то есть свою, скажем так, жизненную ситуацию, я думаю, что это по чесноку и должно быть честно, объективно и интересно для зрителя. В общем, несколько вариантов, их я насчитал 4. Пожалуйста, напишите, распространите, репостните, релайкните и этот видосик. Обязательно поставьте лайк, дизлайк. В любом случае, любая активность на YouTube засчитывается. Пишите свой вариант в комментариях под этим видео. Обязательно будет Galaxy S8, мое мнение об устройстве. Обязательно будет еще куча видосов у меня запланировано. Как бы не теряемся, лето 2018 продолжается. Удачи, пока, там чат в Телеграме, в общем, еще конкурс проводят, вы как-то совсем не участвуете, такая вялая аудитория. Больше лайков, больше репостов, больше активности,
Пишите, что вы супергерой, хэштег Дональд Дак. Все, я побежал в магазин покупать коту корм, а то он совсем-совсем проголодался. Пока!